Город Оренбург в 14 раз получает награду «Лидер экономики» среди муниципальных образований. И это неспроста, ведь областной центр является примером для подражания для городов всего региона. Примером положительным. И это не пустые слова. В 2017 году, несмотря на кризисные проявления, все промышленные предприятия, жилищно-коммунальный комплекс работали в штатном режиме, реализовывали социальные проекты и серьезные федеральные программы. В городе Оренбурге действует 7 федеральных программ. Ну, наиболее крупные я назову – это строительство водозабора на реке Урал. Это тоже, по сути дела, развитие нашего строительного комплекса. Это безопасность дорожного движения. Конечно, это программы, связанные с благоустройством общественных пространств, дворовых территорий, безопасные и качественные дороги. Везде работают наши строительные компании городские, работают наши горожане. Город Оренбург может похвастать не только реализацией важных программ и проектов, но и улучшением социальной сферы. В городе отмечается увеличение уровня рождаемости, снижается уровень безработицы. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса, созданию комфортных условий для его развития. Одним словом, награда «Лидер экономики» среди муниципальных образований вручена Оренбургу вполне заслуженно. Карина Тумасова, Максим Максимлюк. Наше время.